Расскажите, с чего все началось? Все начиналось хорошо. Классное место, спокойное. Мы получили доступ. А потом? А потом пришло письмо. Мы постарались сделать вид, что ничего не было. Но стало хуже. Чтобы выжить, нужно было соблюдать их правила. Здесь написано, что лишние вещи неприкосновенны. Да ладно. Нужно быть осторожнее. Иначе все закончится печально. Это сводит тебя с ума. У меня до сих пор мурашки. Я так больше не могу. Мне нужно идти. Подожди, он наш же синхрон. А у меня дедлайн. Ты думаешь, что скоро все закончится? А потом... Как же вы выбрались? Стали одними из них.